Привет, братья и сестры. Сегодня работаю в City Mobile. Работаю чисто в такси. 11 утра. Заправил бак бензина. Посмотрим, сколько получится сегодня доставить заказов. О чем и какие будут клиенты в салоне, так как видеокамера в салон будет большую часть времени направлена. Получил первый заказ. До подачи около километра. Едем. Доломановский, да, 118? Построй. Поверните направо, а затем через 300 метров поверните направо. Так, закрываем первый заказ. У меня, кстати, на балансе вот такая сумма. Заказ по безналу. $150, $149. Ждем следующий. Что-то у меня активность низкая такая. Много вчера отказывался от заказов. Вы, наверное, меня перепутали с кем-то. Наверное. И я сейчас без заказа. Мужик взял ко мне, сел. Думал, что я его повезу, у меня заказа-то нету никакого. У него глаза такие круглые, ну, наверное. У меня же вчера пассажирка перепутала машины тоже. Моя пассажирка уехала на другом такси. Получилось, приехал такой же Volkswagen белый, Volkswagen Polo. Номер 540, как у меня. У нее было два адреса, она уже к первому адресу подъезжает, смотрит машина, не останавливается, дальше едет. Она у водителя спрашивает, что, в чем дело, почему не заезжаем-то. А он называет ей конечный адрес совсем другой. И тут она понимает, что она села не в ту машину. А отличие в машинах только было в номерах машины в буквах. То есть цифры те же, машина та же, белая, тоже City Mobile. Только буквы разные. Видимо, в один день машины регистрировали, что ли. Я не знаю. Вот такая ерунда бывает. Так что будьте внимательны. Так, пришел заказ. Доломановский переулок. 79. И поедем на мою любимую окраину города. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Днепровский переулок, 122. За мной,
Здравствуйте. Это Ломановский, ой, Днепровский 122. Днепровская, да. Днепровский переулок. Переулок. Это получается поликлиника 122. Номер 4, потому да, что... правильно? Ну да, примерно там, да, где-то. Ага. Потому что там несколько показывало районы. Первомайский район, да? Наверное, да. Ну, это значит. Ага, ага, вот это я хочу процесс втекаешь. Ага, турнир его же. Днепровский 122 дробь 1, вон написано на здании, переулок Днепровский. А остановка вообще где здесь? Ну, где-то вот туда вот, да. Да, в ту сторону. Туда, да, и направо, вот за этот дом и направо, и туда выйдет там остановка. Я сейчас позвоню еще раз. Спросите, переулок Днепровский 122 дробь 1. Каюшан, Хасан, кинц, это шенки моденк. Дерингу не шенка вообще, шенка. Дуба. Уреман, граца переулок, переулок. Днепровский 122 дробь 1, правильно? Да. Ага. Шлагбаум. А, первый корпус. Все ссылки на работу в качестве курьера и на другие вакансии, не требующие опыта работы, ты найдешь в описании под этим видео. Смотри и выбирай то, что тебе нравится. Итак, на часах 12 часов 13 минут. Закрываю второй заказ. Я пока ехал, мне сразу пришел заказ еще один. Вот он у меня уже есть. Едем на Вятскую 67 дробь 1. Смотрим, куда это ехать. Вятская 67 дробь 1. Девятьсот метров подача. В принципе, как правило, недалеко всегда. А, нет, 2 километра. Прилично, прилично ехать.
Тяжелые испытания превозмогли мы сообща. Здрасте. На Кавказке 12, да, переулок? Пятый заказ. В центр поедем. Шолохово 266. 2 километра. Подача клиенту. Здравствуйте. Маршрут построен. Вчера, короче. Слушай. Вчера, короче, пойду не буду. Маршрут построен. Вчера, короче, это. Высказалась мне кое-что. Грязи под. До 20 скиньте, я катапультируюсь. Вы там только аккуратно катапультируетесь. Без последствий. Спасибо, удачи. До свидания. Катапультируются они на ходу. Вот это горячие девушки или женщины. И тает джедая сила, но опасаться темной стороны надо в путь. Так, очередной заказ. 2,5 километра для клиента. Поехали.
говорили, с 1,8 километра расстояния люди совсем обленились. Ну, я имею в виду клиента вести на расстоянии 1,8 километра. Еще поди молодежь какая-нибудь придет. Банк. А татарский банк, знаю такой банк. Ну не знаю, у нас Зенит. Есть еще Яндекс кошелек. Ко мне клиент придет, пришел, а мы с тобой по громкой связи в машине. Давай, все понял. Давай, Серег, пока. Давай, пока. Там со стороны Ефимцева магнит есть. Хорошо, сейчас найдем что-нибудь. Ну, я понял примерно, куда. Да, там просто сзади есть двор. Вот, обычно таксисты приходят и привозят меня туда. А там у нас... Ну, там подскажете уже на месте. Да, я не знаю. Как проехать? Я тоже не знаю. По навигатору поедем. А там уже по месту. Ну, я магнит знаю, там есть. Ефимцева 6, 8, и там рядом магнит, я знаю. А у нас какой адрес? Как раз, да, через дорогу как раз. Ну все, я понял. Там какая-то база, да, по-моему? А, там, получается, мебельная фабрика и там вообще как бы пешком недалеко. Один, ну, около 2 километра. Что ж вы так насыпаете на новую работу? А, не знаю. Да вчера просто вечерняя смена. Она, получается, закончилась вчера. Вчера ночь, получается, была. Я работала до 6 утра. Я выехала, я легла только в полоску. Я недавно пассажирку возила, она вообще двое суток не спала на работе. За себя сутки работала. И... Ну, честно, лево. Ну, давайте дальше. Налево. Не. Если вы к магниту хотите, тогда дальше. Видите, вон ворота. Или вам хотите к этим воротам сюда надо? Вы же к магниту, со стороны магнита хотите, правильно? Ну вот, сейчас. Здесь пойдет? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Вот такие вот смешные цены. Почти 2 километра. Если бы ожидания не было, тогда, наверное, 55 рублей было бы. Ладно, закрываем очередной заказ. А на часах у нас 1:30. Почти в центре города практически. Площадь Гагарина 1. Пожалуйста, подождите. Соединяю с пассажиром. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Скажите, это вот университет получается, да? Вас нужно там забрать? Да. Смотрите, а вы знаете, там есть шлагбаум с правой стороны, вот как выходишь из университета? Да. Вот, давайте я туда подъеду. Да, хорошо. Все, скоро буду.
162 рубля. Я когда устраивался, мне говорили, что есть бонусы какие-то. Если выполняешь больше 25 заказов в сутки, то платят 1500 дополнительно, плюс ко всем заказам, к стоимости заказам, еще сверху бонус. Сейчас посмотрим, сколько у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть заказов только. Седьмой заказ. Шесть заказов, да? Так, я, по-моему, с 11 начал работать. Шесть заказов с 11. Три часа. Так, это сколько заказов получается в час? Два заказа в час. 10 часов это будет 20 заказов. 12 часов это будет 24 заказа. Ну вот минимум 12 часов отработать надо. Причем, чтобы заказы были поменьше желательно. И тогда у меня получится выполнить этот план. Доверимся жизни. Кстати, чтобы в такси устроиться, нужны права категории Б и опыт работы, опыт водительского стажа, как бы, опыт, ну, то есть наличие водительского удостоверения более 3 лет. И все, и можете идти в любой таксопарк устраиваться, вас возьмут на работу. Ссылку на автопарк вы найдете внизу в Ситимобил под этим видео. Отправляйте заявки. Также можно еще через Авито найти таксопарк. На Хов, да? Ага. Поверните налево, а затем через 50 метров поверните направо. Здесь пойдет? Да. Итак, закрываем очередной заказ, 89 рублей. Так, вот этот заказ я в попыхах взял. Сейчас его будем отменять. Не хочу я на Малиновского ехать. А как его отменить? Что, нельзя отменить, что ли? Ну, вот это косяк. Придется пилить на Малиновского. Почему нету отмены-то? А, есть отмена, только будет минус 12 активность. Да, закрываем. Невыгодный. Еще 2 балла, и вы перестанете получать доступ к точке Б. Офигеть. Буду вообще наугад работать, если еще откажусь. А я на горизонте, торгово-развлекательный комплекс, самый большой в Ростове-на-Дону, со стороны Хов. О, блин, пропустил заказ, пока снимал. Все, точку Б я не вижу. Потому что мотивация у меня минус 32 балла. Все, будем принимать все подряд. А когда адрес назначения будет виден после подачи? Жесткое наказание. Так, Чистопольная. Что это такое? Сколько там? 31 вроде было. 38/1. Чистопольская. А мне надо Чистопольная. А, Чистопольская есть такая, да.
Кажется мне это далеко. Да, это 3 километра по Фурмановской. Ладно, поехали. Что поделать. Здрасте. Космонавтов 2-2. Да? Направо во двор, а затем поверните налево. Что, заворачивать нет? А? Заворачивать нет? Не надо. Здесь выйдете или дальше? Я здесь выскочу, чтобы ты там не кружился. Держи там больше. Спасибо. Всего доброго. До свидания. И стоила эта поездочка 65 рублей. Закрываем. Очередной заказ. Магнит. Какой-то код заказа. Что-то новенькое. Это что, получается доставка, что ли? Интересно, интересно. До двери. Да, это доставка. Не знал, что здесь такси с доставка приходит. Ладно, поехали. Комарова 10. Будем доставлять его. Заодно снимем, что там да как. Космонавтов 10. Это где-то рядышком. Да, вот чуть-чуть дальше. 500 метров проехать. Да, точно, я на месте. Заказ, пункт выдачи. Заберите заказ. Ждать возле каст. Сборщик от Delivery Club. О, ничего себе. Не спрашивать у кассиров. Ладно, пойдемте магазин искать. Наденем маскошлем. Так, попробуем позвонить. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, магазин Магнит, правильно? Да. А какого адреса у вас я должен заказ забрать? Слышите меня? Алло. Адрес какой у вас я должен заказ забрать в магазине? Так тут же Детский мир магазин. Бульвар Комарова 10. Все, хорошо. Спасибо. Может, я что-нибудь с адресом напутал, я не знаю. Бульвар Комарова. А я что ввел? Не Комарова, что ли? Да, я космонавтов ввел, я лопух. Бульвар Комарова 10. Я почему-то космонавтов ввел. Так, а до бульвара Комарова у нас... Короче, это в обратную сторону ехать. Номер заказа? Да. 4 последних. Пятьдесят пять, 24.
У вас один заказ? Да, у меня один заказ. Что не пробили, да, вообще? Ну, потому что на доме приходится. А, вы приходится отменять. Взяли, да? Конечно. А потом отменять. Я думал, вот это для Delivery Club собираем. Для Delivery Club собираем. Так, один большой. Ну, а я-то с сети мобиля. Да, но теперь же сети мобиль подключили. Забирайте курьеры и вы. Странно. А вы не знали? Нет. Уже пару недели? Первый раз такое. Конечно. Вы еще больше курьеров меньше. Не понял, сколько вы меньше? Курьеров меньше сейчас. Вот если 10 заказов, то 6 примерно, 7 забирайте и да. Интересно. Так, это у нас 50 минут. А вот второй стоит. Сейчас, секунду. Давай, чек. День не приходится. Когда 12, когда 6, по-всякому. Сегодня с утра был крупный заказ. Бывает много мелких. Сейчас я возьму. Надо не срабатывать. Если не приходит, то... Блин, свет не гаснет в машине. О, второй курьер с Ситимобила тоже забирает заказ. Слышали, да, что она сказала? Сейчас заказов больше собирается для Ситимобила, чем для курьеров Delivery Club. Говорит, в день 6-12 заказов по-разному она собирает за смену. Ну, единственное, в чем нюанс, то, что ты должен сидеть постоянно в магазине. Вот если у тебя магнит есть в доме, да, допустим, то, в принципе... Сидишь в своем доме, в квартире, ждешь, когда придет тебе заказ, и это идешь его собираешь. В таком варианте вообще было бы неплохо поработать. У меня магнита возле дома нету, в доме нету. Поэтому будем таксовать. Так, смотрим, куда везти. Заказ у меня. Садовое товарищество «Урожай». Вот у нас что получается по цене 215 рублей. Сейчас посмотрим, куда везти. Лазаревый переулок 45-31. Да, нашел 4 километра. Ух ты, там, наверное... Там, наверное, еще по ямам ехать. Ой-ой-ой, через пробку. А что, нету вариантов объехать пробку, что ли? Вот здесь же можно же, наверное, объехать.
доставку, да, блядь? Вот он, лентяй с пакетиком, который в магазин не хочет ходить. Молодежь! Здравствуйте, меня зовут Кристина. Автопарк Сити Стар. Заинтересовались арендой машины для работы в такси. Давайте расскажу вам об условиях и сориентирую по ценам. А я уже арендовал машину, мне уже не надо. Извините за беспокойство. Всего доброго. До свидания. До свидания. В общем, друзья, у меня непредвиденные обстоятельства, можно сказать, ЧП произошло. После того, как я поужинал, я обленился и не хочу работать. Давайте подведем итоги 6-часовой смены рабочей в Ситимобил. Я думаю, что в среднем оно так и будет получаться. Просто на 2 умножим и получим 12-часовую смену. Смотрим, сколько заказов получилось. 12 заказов у меня получилось, я уже говорил, по-моему. Вот такие вот суммы по заказам. Эти суммы до вычета комиссии. И в итоге вот само приложение подводит такой итог. 1600 рублей комиссия получается отминусовывается и остается 1300 рублей. 1329. Грубо говоря, умножаем эту цифру на 2, получается 2600 за 12 часов. Правильно? Правильно. Теперь 2600 отнимаем 1250. Это у нас аренда машины. И отнимаем 1000 бензин. 350 рублей остается на руки. Но это вообще ни о чем. Мне там уже который раз говорят, что реально за 12 часов 5000 грязными заработать, а чистыми типа получается 3000. Не знаю, не знаю. Я вот 6 часов, считай, без остановок работал. Ну там паузы небольшие были. По-моему, все это сказки. Насчет 5000 грязными за 12 часов в такси. Но если учесть, что возможно бонус этот будет 1500, если 25 заказов выполнишь, возможно тогда, да, что-то получится заработать. Но без бонуса вообще не вариант работать. А у меня в приложении там никакого бонуса не отображается. Там только пишется доплата 500 рублей. Сейчас покажу. Вот, цели с 16.30 до 19.30 выполнить 4 поездки и получишь дополнительно 500 рублей. А где 1500 бонуса, я пока не вижу никакого, про который, ну, мне говорили, когда я устраивался. Сегодня был там в офисе, в офисе, да, таксопарка.
забыл спросить этот момент. Ну, короче, желания нету работать. Сейчас включил Яндекс доставку, Яндекс Про. Наверное, в Яндекс Про поработаю. Сейчас, да, в Яндекс Про поработаю. GPS ловит у меня. Буду сидеть дома, ждать заказ. Вот такие дела. Так что CityMobile предварительно отстой.